Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Когда-то давно одна моя знакомая рассказала мне рецепт курицы по-мароккански. Ну, вернее, это она его так назвала. А насколько этот рецепт был марокканским, ни она, ни тем более, понятно, я понятия не имели. Особенностью того рецепта было панирование, не знаю, можно ли так сказать. Ну, короче, там курица панировалась в корице. На мой вкус, в готовом люде вкуса корицы было настолько много, что у самой курицы при этом и не вспомнишь. Ну, в общем, я себе поставил зарубку на носу, что курица с корицей в принципе интересна, но что-то с этим рецептом надо делать, чтобы довести его до удобоваримого варианта. Зарубился на носу и забыл на 15 лет. А тут недавно попалась банка корицы на глаза, и мне вспомнилась та идея. Короче, сегодня я решил провести эксперимент и результат вам показать. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в самом конце ролика прочитайте. Так как речь пойдет об эксперименте, готовить буду всего парочку корочков и сразу их, пожалуй, разделю на голени и бедра. Их надо предварительно хотя бы до полчасика-час замариновать. Чем выше температура маринования, в разумных пределах, конечно, тем быстрее идет процесс. Цедра апельсина мне понадобится. Также дольки апельсина, чистенькие, и сок из остатков тоже пойдет. И парочка долек чеснока, я их раздавлю. Понятно, если нарубить, то маринад быстрее этим ароматом пропитается, но зато потом процеживать его старательно, мне лень совершать лишние телодвижения. И имбирь тоже хочу использовать. Так, обязательно масло растительное, соль и корицу. Но уже не в таком количестве, как было предложено той моей знакомой 15 лет назад. И острые паприки хлопьями сюда же. Вот такой маринад. И перемешать. Отлично. Как уже сказал, о полчаса-час при комнатной температуре. Духовку уже начинаю греть до 190 градусов. Как курица уже набралась ароматов, можно отправлять в духовку. Нет, конечно, если вы ее на ночь в холодильнике оставите, будет еще вкуснее. Но на самом деле, даже вот получаса-часа при такой нынешней нашей жаре, у нас сейчас 28 градусов дома, ей вполне хватит. Помидоры к чили сюда же. Долек апельсина и маринад сюда же, только дольки чеснока и цедру надо удалить, конечно. Головку чеснока для большего аромата. Одновременно с птицей буду и гарнир готовить. Вернее, не так. Птица будет запекаться всего минут 45-50, а гарниру хватит и 25 минут. Так что птица уже загорает в духовке, а я пока картошкой займусь. Нарежу дольками. Она мытая, не переживайте. А шкурка очень тоненькая, поэтому чистить не обязательно. Сюда ее. У меня есть свежий шалфей, свежий розмарин, чеснок. Ну, не свежий чеснок. Мелко нарубить. Очень мелко. Картошки. И панировочные сухари. Немного. Соль и опять же пикантную паприку. И масло, и перемешать. Красота. И на противень. Если укладывать картошку на шкурку, то есть не резанной стороной к фольге, а именно вот так вот, полукруглой, то она точно не приклеится ни в каком месте. Поджарится лучше. Лайфхак.
Ну, видите, 3 минуты и все подготовил. Минут через 15-20 отправлю картошку к птичке. Перерыв. Все, осталось ждать минут 20-25, и можно садиться за стол. Интересно, что получилось. Начну, понятно, с курицы. Я, конечно, толком не помню, как было в тот раз, но в этот раз аромат корицы присутствует, он достаточно яркий, но он не перебивает вкус курицы, это классно. Апельсин можно было бы побольше положить, даже не апельсин, а цедры, потому что он слишком слабо сейчас на мой вкус ощущается. Аромат есть, он классный. И имбирь почему-то совсем слабо ощущается, потому что имбиря нужно, наверное, тоже раза в два больше положить, чем я положил. Отметьте это в своих молескинах. Так. Теперь обязательно помидорки и апельсин, конечно. Черри, так вот запеченные, у них вкус концентрируется, они становятся слаще, а тут еще апельсинка. А знаете что? Если долек апельсинов положить побольше и есть их вместе с курицей, то сок апельсинового мариновать добавлять больше не надо. Это классное сочетание, просто вот классное. И картошка. Картошка, я вам доложу, просто какое-то чудо. Я прям руками ее. Смотрите. Сказка просто. Просто сказка. Ароматы какие волшебные. Обалденно. Нежно, вкусно. Короче. Если кладете побольше апельсина, прям вот этим самым дольками режете, то сок добавлять в маринад не надо увеличивать. Если много апельсина класть не будете, или у нас мелкий, ну тогда, наверное, да, надо побольше помариновать. В цедре. Цедры побольше. И будет классно. Короче, это интересно, это вкусно. И может можно еще что-нибудь там придумать. Добавить яркости какой-то. Ну, подумайте. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте жамкнуть колокольчик. Всем пока. Курятники еще. Вкусно.